Инвестиции в производственный сектор. Атырауская область остается лидером страны по привлечению внешних и внутренних денежных вливаний. Основная часть приходится на нефтегазовый сектор. Ежегодные поступления достигают 10 миллиардов долларов. В регионе действует более 400 совместных предприятий. Безусловно, один из крупнейших проектов строительства завода третьего поколения на месторождении Тенгиз. Его стоимость 20 миллиардов долларов. Эксперты отмечают, область по-прежнему интересует крупных инвесторов, а для долгосрочного их привлечения, как считают в общественном совете региона, нужно подготовить прочную законодательную базу. Главное направление нашей работы – это создание необходимых условий для привлечения инвесторов. А сделать это можно только при условии защиты их прав, в том числе и на собственность. Пока эти механизмы не будут отработаны, ни о каком росте инвестиций говорить нельзя. Я считаю, что данный вопрос на сегодня самый важный на повестке дня.